Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Появление Виталины Цымбалюк-Романовской на могиле ее бывшего мужа Армена Джигарханяна вызвало переполох. Она навела там к Пасхе идеальный порядок, ибо больше, как оказалось, некому. Захоронение было в страшном запустении под слоем сгнивших цветов и венков. Но ведь нашлись те, у кого повернулся язык осудить киевскую пианистку, хотя чесать языками, конечно, легче, чем пойти потратить свои силы, время и деньги, чтобы привести могилу уважаемого человека в достойное состояние. Среди удивленных визитом Цымбалюк-Романовской Новоганьковское кладбище оказалась и вдова Владимира Этуша. «Я понимаю ваши чувства, но не делайте этого», — обратилась Елена Этуш к пианистке в соцсетях. «По закону вы не имеете права ничего делать на могиле». «К счастью, сотрудники кладбища так не считают. Моя им личная благодарность», — парировала Виталина. «Я не согласна с тем, что он заслужил заброшенную могилу. Даже если так считает вся театральная общественность Москвы, этого не будет никогда. Да и кто должен там убирать? Театр, очевидно, не может. Пасынок — картежник в третьих странах мира. Поклонники хотят приходить на могилу народного артиста СССР. И моя задача – обеспечить ей достойный вид. Напомним, состояние могилы похороненного ровно 5 месяцев назад артиста театра и кино шокировало его бывшую жену. Сгнившие цветы, венки, опавшая листва, провалившаяся земля. На протяжении 2 часов Виталина собственноручно убирала, гребла, мыла, чистила, таскала мешки с мусором. Она украсила могилу 2 горшками с живыми цветами, и вряд ли стоит ее осуждать за это. Это богоугодное дело. По векам сложившейся традиции принято следить за могилами, навещать их, чтобы сохранить добрую память об ушедшем. Ухоженная могила – это знак, что человек не забыл умершего и вспоминает о нем с любовью и уважением. Что же касается претензий Елены Этуш, то они безосновательны. По закону можно заключить договор по благоустройству, озеленению и уходу за местом захоронения с администрацией кладбища. Сделать это может лишь ответственный за захоронение. В паспорте на захоронение, который выдается после похорон, указан гражданин, признанный ответственным. Кто назначен ответственным за могилу Джигарханяна, неизвестно, но очевидно, договора с Ваганьковским о содержании могилы в порядке заключено не было, и только поэтому бывшей жене пришлось самой приводить могилу в порядок. Совесть не позволила ей просто пройти мимо.